Одинцовский округ отметили почетной грамотой за праздничное оформление территории к новогодним гуляниям. Вручение проходило в Главном управлении по информационной политике региона. Праздничная иллюминация на новогодних елках с 1 декабря работает в 150 подмосковных парках. Также в регионе украсили территории, где проводятся массовые мероприятия и знаковые общественные места. Создавать новогоднее настроение помогает специальный плейлист программы «Зима в Подмосковье».